Здорово, ребят, на связи Шамшурин. Что-то тут вспомнил про Дом-2. Ну, вообще про наше, как говорил покойный Трахтенберг, прости господи, телевидение. То есть, когда он рассказывал про российское телевидение, он всегда употреблял фразу «прости господи, телевидение». Вот, и по поводу передачи «Дом-2». То есть, у меня позиция такая, мое мнение такое, что эту передачу нужно просто запретить на территории России и СНГ для показа. Почему я так думаю? Да, потому что, ну, изначально, возможно, Ксения Собчак или кто там еще организовал эту передачу, возможно, что изначально они, ну, несли какую-то благую цель, да, там действительно научить людей строить какие-то отношения, еще что-то. Но по большому счету сейчас то, что там показывают, ну, это полный трэш, то есть это полный ужас, это срач, то есть они специально, естественно, там дают какой-то сценарий, какие-то установки, как себя вести, как и что нужно делать, чтобы это был скандал, чтобы это был рейтинг. Но суть в том, что как бы, ну, не только же рейтинги должны быть, все равно должны быть какие-то передачи, которые несут какую-то пользу, какой-то смысл. И суть в том, что даже недавно мне мой товарищ Юра рассказывал, как он со своей девушкой, то есть там общался, и как понял, что в какой-то момент она начала вот из этого «Дома-2», из этой передачи, она начала как бы в их отношения внедрять какие-то вот вещи, которые она там увидела. То есть вот то, что они там говорят, мы строим отношения, строим любовь, это, ну, полный бред. Естественно, что там такая херня, что, ну, просто чернуха, порнуха и скандалы и так далее. Ну, в основном смотрят это все-таки девушки, естественно, да, что, слава богу, не мужики. Я уж надеюсь, что парни и зрители моего канала точно туда не смотрят. Вот, но, как бы, даже вот девушки, представляете, вот ваша девушка будет смотреть вот это. Потом она будет моделировать то поведение, которое она там увидела, и вносить его в вашу семью. И вот по поводу Юры я говорил, да, что Юра сказал, что его девушка начала как-то внедрять в их отношения вот ту модель, которую она увидела там. И пошла ругань, пошли скандалы, пошли какие-то крики, визги, выяснение отношений и прочее. То есть еще раз, я считаю, что должны быть какие-то передачи, которые, наоборот, учат построению отношений, разбирают какие-то семейные проблемы и так далее. Естественно, что у нас сейчас все замешано на деньгах, поэтому таких передач нету, а есть Дом-2. Поэтому я считаю, что он несет исключительно деструктивную какую-то программу, деструктивное воздействие на молодежь, в частности, потому что все-таки больше смотрит молодежь. Бабуси тоже, говорят, смотрят, но вот. И поэтому по этой причине его надо запретить. Потому что и так уже неправильная какая-то подмена понятий, неправильный ориентир молодежи, женщин, что если сейчас сказать какой-то девушке, что ты работаешь на стройке или на заводе, она скажет, пошел ты нахер, чувак, то есть мне нужен успешный, мне нужен бизнесмен и так далее. И, соответственно, ну, это одна из многих причин, по которым молодежь не хочет работать. Вот. Нам это все продали через СМИ, с экранов ТВ и так далее. И вот этот Дом-2, он несет исключительно деструктивное воздействие какое-то на молодежь. Поэтому я считаю, что его надо запретить. Кто со мной согласен, ребят? Я понимаю, что это видео ничего не решит, как бы. Но просто кто со мной согласен, ставьте лайки. Кто не согласен, соответственно, ставьте дизлайки. Увидимся на канале. Пока. Если тебе понравилось это видео, ты можешь меня отблагодарить, поставив лайк. И обязательно подпишись на канал, чтобы посмотреть мои видео первым. Не забудь посмотреть предыдущие выпуски. Увидимся.